система постоянно совершенствуется, то есть оборудуются детские площадки, в том числе обязательно. Не дай бог, что случится, там качель сломается, там еще что-то, да, хоть будет видно, что произошло. Большой брат следит за тем, что происходит в общественных местах, но не ради любопытства, а для всеобщего спокойствия. Как работает система «Безопасный регион», рассказали ученикам 13-й гимназии. Максим шестиклассник, но о будущей профессии уже задумался. У меня есть два выбора – это пожарный или полицейский, куда не туда пойти. Не только работу «Безопасного региона» смогли оценить школьники в Центре гражданской защиты. Им показали, как устроена вся система – от звонка в службу 112 до работы аварийно-спасательного формирования. Дети ознакомились с работой системы 112, увидели систему оповещения Одинцовского городского округа, ознакомились с работой системы «Безопасный регион», которая включает в себя более 9500 камер по всему Одинцовскому округу. Впрочем, гимназисты не остались сторонними наблюдателями. Буквально примерили на себя роль спасателя. Не только примерили боевую одежду, но и подержали в руках инструменты, а некоторые даже умудрились прилечь. О работе аварийно-спасательного формирования лучше рассказывать наглядно, уверены в центре. Так главную цель достичь легче. Школьники подтверждают, метод работает. Данная экскурсия проводится, во-первых, в целях популяризации профессии спасатель. Во-вторых, дети знакомятся с работой системы 112, знакомятся со спасательным снаряжением, очень живо интересуются непосредственно самими работами на месте происшествия и, возможно, в будущем выберут одну из таких прекрасных профессий. Очень нравится. Много нам чего рассказали, какие службы новые есть, сколько камер у нас по городу расставлено. Вот, дали носить одежду пожарного, ну, или спасателя. Прикольно очень. Такие экскурсии в Центр гражданской защиты для школьников проводятся регулярно. Ведь это еще и эффективный способ напомнить о правилах безопасности. Дарья Шамова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».